Всем привет, ребятки! Сегодня давайте сделаем тест Роналда. Что будем тестировать? Будем тестить прохождение финта. У него получается вот у текущего Роналда, плюс там есть еще у Тотс, или у Тотс, да, не у Тотти. Статы по финту на 107-м 14, 14, 13. Как этот финт проходит у него? Лучше, хуже, чем у Роналда левого вингера. Смотрите. Мы потестили, посмотрели. Работает так же, как на 14-14-14. Пока что механика такая, потом может измениться. То есть, если у защитника стат выше на 1, чем у нападающего, то финт проходит, можно даже не идеально где-то делать. Единственный минус, опять же, Роналда Чопа, это то, что иногда... Но его догоняет, если расстояние большое. Если в штрафную зашли для удара, все нормально. Если же перед штрафной, либо чуть дальше сделали, тут могут уже защитники, иногда даже рандомно, забирать у него мяч. Так, Роналдо Чо, в принципе, обходит и Мальдини, и Канавара. Вопрос в том, где вы это будете делать, и будут гасить овер или нет. По удару, ну, такой же, как и другие. То есть, если будет удар с лёта, он залупит в штангу. Это скрипт такой. Он на всех игроков абсолютно распространяется. Удар, не удар, пофиг. Подкрутка, да, там, получается, прямой, прошивной, ну, работает хорошо. Но на ударах всё-таки. Что ещё по Роналду? Скорость. Ну, смотрите, в чём особенность, да. Роналдо Чоп, он достаточно и быстрый финт, и медленный. Быстрый он, если в штрафной для удара. Медленный он, если, допустим, убегать на пространстве. То есть, если убегать на пространстве, там Холланд, он быстрее будет работать за счет флип-флап. Точно так же долгая радуга. То есть, если на пространстве, она сработает очень неплохо. При раскачанных статах. То есть, есть разные структуры финтов. Есть от 360, которым надо плотно подойти к игроку, и можно на скорости, и проходить можно любого игрока. Важно идеально это сделать. Вопрос в том, что можно не успеть нажать. Есть Роналдо Чоп, который круто работает штрафной, после него надо пробивать сразу. Есть флип-флап и долгая радуга, которая очень круто работает на пространстве, либо один в один. Вы проходите, вы пробиваете, вы убегаете. В этом плане хорошо, что даже если вам нехватка скорости будет, вы все равно уйдете. Вопрос в том, что скорость здесь, если будете уходить на Роналдо Чоп, не сильно может помочь, потому что изначально защитники скриптованы так, что они догоняют нападающих. Это подса. То есть как бы вы ни играли, какую скорость не выставили бы здесь нападающему, если увар будет гасить, то любой защитник вас, даже медленный, догонит. Точно так же, как и со вторым этажом. Если овер выше вашего, то там даже малыши Канавара и Мур будут забирать второй этаж у ваших высоких Лукаку и Роналдо. Что еще по Роналду можно сказать? Ну, такое чувство, что он даже получше иногда Холланда второй этаж забирает. Но опять же, он располагается, если на угловых говорить, чуть-чуть дальше. Там может позиция получше, поэтому фиг его знает. То есть он не уходит, как мой Холланд, на ближнюю шангу. Надо было Холланда убирать и не в два напа играть. То есть если вы хотите прямой аналог Роналда Толстячку, в принципе, этот Роналда зайдет. Вопрос в ценнике. Он будет дешеветь, наверное, через дня 3-4. И то не факт. Либо же сейчас есть Роналда у Тотс. И можно играть. Есть ли смысл играть Роналдо у Тотс на этого, если вы качали еще у Тотс? Нет, там и линк одинаковый, по игре они, в принципе, будут похожи. Бусты разные, но здесь на самом деле фигня. Все это бусты. Такой тест Роналдо. Финт у него работает против топовых центральных защитников. Мальдини, Ера, Канавара. Но это на сегодняшней механике финта. Завтра эта механика может измениться, и он может перестать проходить защитников со статами в 14-14-14. Но по идее не должно быть. Пока.